Ну что, пошел я флешку забирать. Так я более-менее все обследовал. Так, значит, этого я уже тоже обследовал. Ну, на всякий случай еще раз нажму. Видишь, тут пусто. Так, шустрый, шустрый, шустрый. Шустрый у нас там на втором, что ли, этаже. Где он? Опа, вот это что? Это просто сигареты. Так. А по телевизору? Телевизор бедный упал. Так, а тут что? А вот это же можно взять. Вот то, что там лежит, вот это же можно взять. Ну, как-то, видимо, его оттуда. Так, подожди, подожди. Обыскать ящик. Ничего в ящике нет. Так, ну здесь матрас, смотри, как лежит неровно. Видал, как клево? Ложка тут валяется. Лежит, вернее. Где ты, шустрый? Неужели на самом верху? Сейчас меня еще шустрый сбежит, собак. Денек выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? Да будет, я иду к тебе. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Так, Эв, давай. Слушайте. Тогда спасибо, где ты ее прятал? Так. Не ниже пояса, не бойся. Так, только осваивайся. Если хочешь, так дам тебе координаты, давай. Так, что за координаты? Так, только не забудь, там зверя всяк много из бадюка, который тут попался. То... Тоже не с совочком как-то... Ладно, и тебе спасибо. До встречи, нахрен мне твоя работа. Так, ну ему больше ничего давать не надо. Здесь, а вот это все прелесть. Это банки, их, видимо, не положено их брать. А здесь что? Мы попробуем садануть. А почему нам не предлагают его обыскать, этот ящик? А в этот? Ну нет, ладно, уж не будем так сказать, тщательно подходить настолько. Видишь, это. А вот этот ящик, наверное, можно. Опа! Водка. Это полезно. Ну, или это не водка, я не знаю, что это. Ну, по-моему, водка. Так, ну давай заглянем еще тогда уж, если мы здесь, заглянем на третий этаж. Вроде там тоже что-то было любопытное. Ну, как видишь... А, вот, вот, ящик, 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 ящик. Тайник. И что? А вот я смотрел прохождение, вот там что-то было. Ладно, выпуливаемся отсюда. Выпуливаемся, все. Спускаемся. Опа, сколько водки. А почему мне ее не дают возможность ее собрать? Да хрен с вами. Это тоже не дают возможность. Ладно, пошли. И теперь что-то я забываю все время. С памятью неважно стало. А вот сюда можно пролезть? Ну, давай, давай, в печь-то залезешь, нет? Залезешь. Ну и что? Теперь поди застряну и не вылезу. Вылезай давай, блин. Слава богу. Это был такой инцидент у меня, я не помню, в какой игре. А подожди, в какой игре? В GTA, по-моему, в Сан-Андреасе. Я куда-то залез, потом вылезти не мог. Ладно. Всех, не всех, как говорится, я обобрал. Пошли. Так, здесь всякие собаки, песики. Так, посмотрим. Такая пушка. Так, вот это хорошо. Граната. Бинокль. Болт. Ну, этих патронов у нас до хера.